Лекарства по доступным ценам. Теперь для жителей Светлограда это больше не пустые обещания. Здесь сегодня открылся аптечный склад с перечнем медицинских изделий и препаратов. С первыми клиентами пообщалась Виктория Середа. Аптек в Светлограде немало, а вот цены, по словам местных жителей, кусаются. И вот, наконец-таки, в городе открылся аптечный склад, где можно купить любые лекарства по низким ценам. Новая аптека начала работать всего месяц назад и сразу же произвела в Светлограде настоящую революцию. Сюда стали приходить за покупками люди со всего города. Узнала недавно, просто редко выбираю из города. Аптеки сейчас же в любом районе у нас есть. Вот где я живу, есть там тоже аптека. Ну, выбрала сюда, услышала, что дешевле здесь, да. Мне очень нравится, во-первых, дешевле лекарства. Там стоит за углом 900 рублей, а здесь стоит 700 рублей. Уже 200 рублей как бы экономия. И вообще... Наличие препаратов, сколько обращаюсь, все время есть. Мне нравится. 240, а здесь 172, тоже на 70 рублей. И больше 100 я уже брала и стала сюда ходить. И даже и людям советую. После работы в испытательном режиме и последних приготовлений аптечный склад торжественно распахнул свои двери. На открытие пришли Любовь Петровна и Надежда Алексеевна. Подругам уверяют, надоело переплачивать за лекарства. Вчера я гуляла, мне дали рекламку, мы сегодня решили прийти. Ну, а я давно знала. Мне соседка говорит, хожу вот в эту аптеку, а я рядом ходила в аптеку. Говорю, там дешевле. Она говорит, ты здесь не была. Я говорю, еще ж не открылась. Она говорит, уже открытая. Вот сегодня решили с ней прийти, посмотреть на открытие, купить, что нам надо. Кроме реальной выгоды для покупателя, у аптечного склада немало и других преимуществ. Здесь представлено более 4000 наименований лекарственных препаратов, изделия медицинского назначения, медтехника, биологически активные добавки. Приветливые фармацевты всегда готовы помочь и проконсультировать. В аптечном складе низкие цены из-за того, что мы заключаем напрямую договора с дистрибьюторами, работаем без посредников, поэтому у нас очень выгодные цены. У нас двойная система проверки контроля качества, которая проводится ежедневно, поэтому низкая цена и очень высокое качество продукции. Также в аптеке можно заказать редкие препараты и получить их в течение нескольких дней. Двери аптечного склада открыты каждый день с 8 утра и до 8 вечера. Виктория Середа, Владимир Ходырев, Ставропольское телевидение.